Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Киш Миш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем Призрак Цусимы. Не были мы в этой игре ровно 2,5 месяца, если не больше, если не меньше, я точно по цифрам уже не помню. Точно знаю, что больше 80 серий Старфилда мы здесь не были. Я решил, что надо как-то историю эту завершить, потому что мне интересно, чем все-таки закончится. Вроде там как на горизонте анонсировали вторую часть. В общем, Призрак Цусимы. Будем вспоминать. Будем вспоминать. Сюжет более-менее помню. Будем вспоминать управление. Управление практически отсутствует в моей голове как таковое. Как таковое вообще забыл, что на какие кнопки жмакать. Поэтому это будет сейчас, я думаю, очень-очень так жопоподрывательно. Вот. Все-таки не хочется бросать эту игру на полусловие, скажем так. Тем более уже почти... Ну как на полусловие? Там уже, я так понимаю, финальные какие-то миссии. Поэтому... Призрак Цусимы, да. Я так понимаю, вас немножко прибавилось уже с того последнего момента, как я снимал Цусиму. Все смотрели Старфилд. А теперь вот немножечко разбавляем контент призраком. Монголы захватили пленников. Если враги вас заметят, начнут их убивать. Ух ты, прям появились проценты. Раньше не было никогда. Легенда о призраке отражает ваши успехи в роли героя Цусимы. Для укрепления легенды проходите истории испытания. Так вы откроете новые истории, получите награды, освоите полезные умения. Бля, прям советую могу почитать. А знаешь почему? Потому что играю на компе. Играю на моем старом калькуляторе. Играю не на Xbox, знаешь, таком шедевральном, который в секунду загружает, а прям на компьютере. На компьютере играю. Что там по загрузке у меня системы? Что такое загрузка системы? Дайте вспомнить вообще. Я всю жизнь играл. Ну, как не раньше играл на компе очень давно. Потом очень долго играл на приставке. Замок Симура. Важнейшая стратегическая точка между севером и югом Цусимы. Во власти того, кто владеет этим замком, находится весь остров. А его захватили. Замок Симура-то захватили. На Цусиме олени считаются священными животными. Тех, кто на них охотится, жители острова осуждают. А я убивал оленя. Врата Теории ведут к священным местам Цусиме. Они укажут вам путь к многочисленным святилищам Синта. Почитаем советы, ёпт. На разоренной Цусиме тут и там поднимаются столбы дыма. Ищите, где горит, чтобы разделаться с монголами или помочь своим людям. Кстати, вот этого не знал, прикол. Реально по дыму идешь, типа и... Класс. Столпы чести. Это памятники самураям, благодаря которым на Цусиме воцарился мир и порядок. У них вы найдете наборы мечника, с помощью которых можно изменить внешний вид катаны и танку. Че, 92%? Почти. Почти. Я понимаю. Я думал, быстрее будет. Раньше быстрее все это было. Я очень давно не заходил. Мне интересно вообще, как сейчас все работать будет. Ну, типа... Привык на приставке, кнопку нажал, зашел. А, сразу нажал кнопку купить. А потом нажал на кнопку, типа, играть. Один раз. Все, играешь. Она... Комплюхтере чуть посложнее. Чуть посложнее все это происходит. Ну, 98. Я верю в тебя. Я верю в тебя, что ты сможешь жить 100. Молодец. Я вспомнил миссию, которую мы здесь проходили. Мы куда-то врывались очень жестко. Дневник обновлен. Класс. Ну, окей. Я надо вспомнить чуть-чуть. Так, оседлать. Что-то помню комбинашки. Так, не, это отскок. Отскок. А, это прыжок. А как блокировать, дай вспомнить? Нет, это лук. Так, это стойки менять. Это использовать на бампере что-то. А вот и блок. Вот и блок. Все, я все вспомнил. Я вспомнил в секунды все управление. Дай сразу, жестко, сразу, сейчас. Куда, где мы? Это что? Погнали. Жестко, просто, сходу. Пойдем качнем. Ну, попробуем что-нибудь уничтожить, не знаю, спасти, освободить, убить монголов. Надо дорогу выследить. Так, подожди, на какую кнопку там ветер? Ага, во. О, не так, да? Тут ветер гоняешь. Ладно, погнали по прямой. Видимо, сейчас на эти руины не получится попасть. Погнали по прямой, вот ворота. Скорее всего, мы выйдем, возможно, за территорию лагеря. А, полотно не собрал. Косяк. Это был косяк. Хребет Кубар. Классная игра, на самом деле. Призрак Цусимы мне... Ну, кстати, достаточно редкая игра... Редко какая игра от Sony мне нравится, типа, из эксклюзивов. Ну, лично мое мнение, это просто имхо. Я ни про что не настаиваю, но, там, типа, God of War, Человек-паук... Тот же самый Призрак Цусимы, они очень... А, этот, что там еще было? Horizon.
Они как будто бы очень сильно друг на друга похожи. Ну, типа, это открытый мир. Много вопросиков, много исследований, много всего этого. Ну, как это очень-очень... Как будто, знаешь, типа... Я в Спайдика тоже, помню, я записывал Спайдермена первого. Не дозаписал до конца, потому что, ну, просто... Просто... Ну, нудятина, мне показалось. Я знаю людей, лично общался, которым Спайдик прям понравился очень сильно. Они на сотку его прошли. Ну, видимо, знаешь, типа, сравнивать... разные вкусы у людей тоже как-то не очень правильно. И мне вообще Starfield нравится, а Starfield, я не знаю, просто в интернете все, кому не лень, просто хают. А мне очень заходит Starfield. Типа, видишь, разные вкусы у людей. А вот Призрак Цусимы мне зашел, прикольно. То есть я с удовольствием поиграю, и, может быть, даже когда я куплю себе когда-нибудь, может быть, пятую плойку или шестую уже, скорее всего, вряд ли я пятую буду покупать. Ну, я планирую плойку просто взять. Или, может быть, комп соберу помощнее. Я с удовольствием рубану, конечно же, Призрак Цусимы на каких-нибудь ультранастройках, типа, чтобы тут графони был просто офигевший. Так, как слазить с коня? Ага, на Б. Давай чуть-чуть постелсим. Так, территория монголов. Вы прибыли в отмеченную точку. А как присаживаться? Ага, все. Противоборство. Меня ищете? Погнали. Так, вспомнить бы там Y, а потом надо бить. Удерживаем. И в какой-то момент надо отпустить. Во время удара. Есть. Аккуратно. И на эту же кнопку бить дальше. Да вы на кого рыпаетесь? Да вы рыпаетесь на мастера Цусимы. На легенду, на героя. Так, а сейчас вот вспоминать, как вообще с ними сражаться. Так, тихо. Я не помню, как сражаться. Стойка воды вроде бы правильно. Это против мечника, против щитоносцев. Все, разбиваем. Будем сейчас просто ультовать. Жестко. Вообще, по-хорошему, мне бы вспомнить, как блокировать. А, нет, нет, подожди, иди сюда. Не уйдешь, нет. Убейте, не используя лечение. 5 из 7. А, легко. Ой, он подудел. Он подудел в дудку. Это плохо, насколько я помню. Тихо. Ой, ты же. Ты кто у нас? Неважно. Неважно, кто ты был. Все, использую. 7 из 7 есть, готово. Тихо, я держу блок. От красного отскок, от этого, от синего блок. Тихо, еще отскок. Просто рук, пальцы сами нажимают, клянусь, я вообще забыл, как это делается. Просто на рефлексах нажал на Б. Давай, подхвать. Я случайно нажал, вот бампер я случайно, кстати, зацепил. А вот с этими надо аккуратно, помню, с соломенными шляпами. Им вечно какие-то проблемы будут. Тихо. Так, нормально. Можно было парировать. Блин, получил урон. А вот Б нажал, кстати. Б нажал, но не сработал. Тихо. Было идеальное парирование. А почему мне дали сейчас уровень? Подняли. Победа. Бонусная задача завершена. Легенда укреплена. Ну, все, красиво. Так. Ну, кто-то сбежал, кстати. Там было еще двое соломенных шляп, они сбежали. Все, собираем. Так, бомба мне не нужна. Все, пальцы помнят, пальцы-то помнят. Профессионал заработает. Я это так считаю. Я профессиональный игрок в игры. Я почти киберспортсмен. Просто в сюжетные игры. Если есть такое, если есть, знаешь, этот... Если есть раздел профессиональный игрок сюжетные игры, то это я. Я представляю себе этот раздел. Ну, еще куча ребят, которые тоже любят так же сюжетные игры, как и я. Кстати, тому чуваку я уйти не дал. Не знаю, жестоко это, не жестоко, но он все-таки пришел захвачивать мой дом. Поэтому, как бы... Какие шансы им можно оставить? Колокольчик заберешь? Не надо. Не надо мне колокольчик. Все есть. Я сейчас пойду по основе. Я хочу основу пройти немного. Я просто побегал немножко вспомнить вообще, как рубиться. На эту кнопку... Все, конь, да, хорошо.
Надо было режим ярости использовать, потому что я только сейчас вспомнил, что режим ярости как бы пропадает, когда меня ранит. Тихо, поближе сделай меня. О, основной квест. А нет, это не основной... Что это такое? А где основной квест? Как это вообще называется? Вот это, наверное, основной квест. В храме даже Кэнди я не могу их подвести. Так давай. А, я не... За путеводным ветром я не могу туда телепортировать. Я же был там, нет? Показать в дневнике. Во, быстрое перемещение. Надо основной квест. Сразу резко влететь в это все. В сюжет вспомнить. Потому что если я сейчас просто побегаю по карте, я опять забуду. Я опять забуду. Вы прибыли. Сакай. Исикава. Здравствуй, Исикава. Пускай пообщается. Сенсей, есть вести о Томое? Пока мы здесь, лучники Томое хозяйничают по всему острову. Мы с этим покончим, сенсей. Обещаю. Я не помню, кто такие лучники Томое. Я помню, как это место я захватывал. Так, а мне куда вообще? А, вон туда. А, нет, подожди, там что-то я улучшить могу. А улучшить могу эти старые, эти... доспехи другие. Снаряжение, одеяние, доспехи призрака, облачение Ронина. Вот я могу облачение Ронина улучшить, мне не надо. Ладно, пускай пока призрака доспехи будут. Да, я ничего пока менять не буду. Зачем-то же я выбрал это все. О, подарок. Подарок. Спасибо. Гневный дух Санубара. Что посмотрим? Неплохо. Демонический облик грозного воителя. Давай накидываем. Динамический облик мне нравится. Все, что связано с этим, со злостью, меня устраивает. Четыре воина противостояли живым и мертвым. А миссия где? Подожди, квест. Квест сам. Где? К этому миру и принужденным. Там где-то. Я прошел? Найдите Юну в храме Дюкаку. 110. А, там же ниже еще есть. Все, все, все. Надо Юне помочь. Я помню, что брата Юну убили. А что мы сейчас делаем? Какой план действий? Лучников собрали. Поговорить с кем-то можно. А вот и Юна. Здорово. Что сказать? Че кого? Хорошо, когда есть помощник. Че кого? Что остальные? Готовы следовать за тобой. Сенсей сказал им, что никто, кроме тебя, не сможет убить хана. Один не смогу. Любой сможет. И надо придумать как. Хан в порту Идзуми, окруженный войском. Надо найти брешь в их обороне, где проскользнуть и где искать хана. Глянем с высоты птичьего полета. Я знаю одно место. Погнали. Идем сейчас, под покровом ночи. Я и забыл, как удобно играть в игру, когда есть озвучка. Это же шикарно. Это и прям можно посидеть чуть-чуть, голос отдохнуть чуть-чуть. Три серии снять Старфилда, у меня потом прям горло болит. Прям болит горло. Голос иногда пропадает. А тут по кайфу сижу, отдыхаю. Порт Идзуми. Да. С вершины маяка обзор лучше. Только бы туда забраться. И лучше тихо. Идем. Собирается шторм. Так, приблизьтесь к маяку, не привлекайте внимания, окей. Что хан здесь ищет? Он поплывет на большую землю, продолжит войну уже там. Нельзя ему это позволить. Подожди, а у меня маяк? Трубочку на всякий случай, да, отравленную. Это вот этот маяк, что ли? Как раз из таких я готовлю яд. Монголы их тут собирают. Чтобы отравить нас. Да. Думаешь, мы тогда поступили правильно? Так было нужно. Я рискнул. И мой яд спас тысячи. А если он убьет много тысяч? Мы не допустим. Убьем хана раньше. Да, верно. Хана нужно убить как можно скорее.
Ну, я вообще использую... Ну, типа, это же война, знаешь, типа... Бесполезно идти в лоб, но мы можем забраться на утес. И как-то проникнуть внутрь. Ну, веди. Я понял, сейчас начнется по стелсу. Не люблю стелс, не люблю. А тут прям подталкивают. Прям подталкивают стелсить. Если меня... О, ты присел. Ну, присядь. Присядь, отдохни, ни о чем не беспокойся. Вот и все. А вот и все. Ты тоже все правильно. Проверяй воду. Главное, чтобы с воды никто не подошел. Видишь, с этого утеса. Тут же все, все остальное просматривается место. Нечисть. Не, классная игра. Призрак Цусимы реально классная игра. Вторую часть мы... Я, кстати, посмотрел трейлер второй части, там мы будем играть вообще за другого персонажа, причем за женщину. Ну, меня это не смущает, мне пофиг. Но я надеялся все-таки, что это будет какая-то, какое-то продолжение истории, а это будет совсем другая история. Поэтому пока я ничего, знаешь, ни, какое-то свое мнение про эту игру не могу высказать. Это надо будет пробовать. Это надо будет пробовать играть, а это будет эксклюзив еще очень долго Sony. Поэтому не скоро я в нее поиграю, скажем так. Была у меня мыслишка как-нибудь... Да ёб твою мать. Всё. Да всё уже, чё ты? Я проиграл. Этот испугался меня и не поднимет тревогу? Да ладно. Класс. Он видел, как я прям убил и не поднял тревогу, а просто убежал. Ну, это вообще не стелс, на самом деле. Это позор, что не стелс. Спрятались. Ну, чуть-чуть порубились. А там был еще Y какой-то, я не посмотрел, что это значит. Ну, внимание, ну, вроде как, квест не провалит, не провал. Ну, идем дальше, значит, ну, что сделать. Ну, тревогу я здесь точно поднял. Она взрывная была, да? Она была взрывная. А вот это уже привлекли внимание, это уже провал квеста. Совершить что было? Игрик. Сейчас подойдет поближе, попробую. Я просто чуть-чуть порублюсь для фана. Возьмите. Все. Ну, как это было логично. Это было еще в первый раз должно было так произойти. Я сейчас аккуратнее все сделаю. Взрывной стрелой. Поставил сумиссию по-тихому. Взрывной стрелой. На. С самого начала, что ли? Ой, ё-моё. А, не, нормально. Именно в том месте, где я, кстати, и ошибся. Одна ошибка, и ты ошибся, как говорится. Подожди, а здесь можно залезть наверх по веревке. Можно даже обойти. А, ёпта. Вот так, да, все. Тихо, сейчас этот развернется. Тут как-то еще можно было что-то там осматриваться. Какое-то чувство было у него, типа. Или это я путаю с другой игрой? Вниз лечилка. Влево это конь, вправо. А вверх? Цель поставить? Нет, не надо на цель ставить. Так, окей, сейчас аккуратненько. Сейчас аккуратненько надо что-то придумать. Мне надо попасть в этот маяк, не привлекая внимания. А мне есть какие-нибудь отвлекающие маневры? Рука. Есть колокольчики. Колокольчик, все отлично, то, что надо. Сейчас они разойдутся, я откину одного колокольчика и просто зайду внутрь. Это будет профессионально сделано. А, еще один вон в конюшне стоит, точный палит на вход прямо. Хм-хм-хм.
Не, реально, что делать? Они вон стоят просто и не отходят никуда. Дай в те кусты залезу. Кусты меня не прятали. Я кинул колокольчик, но не сработало. А эти сработают? А, только на одного можно, чтобы сработало. Да, мне не стоило, наверное, по всей игре стелс пропускать вообще полностью. И на свое место, да? А я тебе сейчас... Я понял, что я с тобой сделаю. Я понял, что я с ним сделаю. Че ты палишь меня? И колокольчик собрали. Да чё ты, бляха? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, кусты. Меня здесь нет. Меня здесь не было. О, кстати, вы все отвлеклись. Тихо. И спрятаться. Да, и залезу повыше. Меня просто сейчас не палили. Я видел, там цветы надо отметить, но я просто посижу здесь. Чё? Ну, так себе было, да? Сработано профессионально, я же сказал. Профессиональный стелсер. Что в этих бочках? Цветы. Припасы. Цветы. Это яд. В одной бочке сотни смертей. Да, ты им показал этот путь. Хан повезет их на большую землю. Он не должен покинуть остров. Покинет, я думаю. Покинет. Мы осмотрим порт с верхней площадки маяка. Хорошо, пошли. Да тихо. Не надо меня палить. О, чихнул, хорошо. Как ты даже так не успел предугадать этого действия? Здесь никого нет? Посмотри на волны, они пологие. Такие бывают перед штормом. Это будет нам на руку. Сейчас я потушу огонь на маяке, чтобы он не помогал монголам во время шторма. А когда уйдут, зажжешь снова. Посмотрим, что в порту. Это странный какой-то план. Что это? Придумаем, как лучше нападать. О, нападать мне больше нравится. С утеса хорошо видны монгольские корабли. Ох, что бы мы с ними сделали, будь у нас хвачки. Монголы просто ушли отсюда. Место открытое, трудно оборонять. Зато для засады в самый раз. Там можно выставить лучников. Чтобы лишить монголов преимущества? Всадники хана обойдут нас с фланга. Видишь, птицы кружат. Как будто они чего-то боятся. Их напугал шторм. Они полетят дальше от берега. Поместье начальника порта. Возможно, теперь там живет хан. Недалеко от причала и кораблей. Разумно. Когда уже у них что-нибудь по плану пойдет? Хан почти готов отплыть на большую землю. Со всем своим войском, взрывчаткой и моим ядом. Если не остановим его, Сёгунат обречен. Шторм поможет нам одолеть монголов. Да, так и был исторический. Он начнется и заставит хана укрыть корабли в заливе. Тогда мы ударим. Потопим корабли и все, что на них. Тут нужно оружие монголов. Простое дело для ловкого вора. И еще нужны воины. Малый отряд отвлечет монголов. Я проберусь в форт Эдзуми и убью хана. Рискнем. Что ж, тогда надо готовиться. Вообще звучит как план, но я не помню, наверное, за всю игру особо ни разу что-то по плану не шло. Типа яд использовали, победили тогда всех в этом, но преступником стали. Тень тогда погибла. Ну, жалко мне. Прям много дали этого, да? Легенды, класс. Так, что теперь делаем? Что у нас сейчас за задание вообще? Дневник обновлен.
А, новый удар. Погнали, заберем. Я сейчас пробегусь, типа, и мне дадут квест. Это, видимо, такая разведывательная миссия была. Для понимания, что вообще делать дальше. Сакай. Здоров. Каждый раз будет меня так звать? Я с тобой в прошлый раз разговаривал. О. Вот и видно, что делать дальше, пожалуйста. Благочестивый дух. Я не буду. Я пока не заслуживаю почтения. Потом мы будем это использовать. У меня хорошая новость. Давай, рассказывай. Че там? Как подготовка? Кэнди нашел, где украсть у монголов хвачки. Я иду туда. Начало хорошее. Но нужны еще воины. Нет. Дядя понимает, что хана нужно убить. Он поможет нам. Тебя бросят в тюрьму. Да. Я напишу письмо. Оставлю в его покоях. В замке полном самураев? Они меня даже не заметят. Блин, опять стал с миссия. Ну, знал, на что шел. Сердце Дито. Интересно, а дядя поможет или нет? Ну, он наехал на Сакая за то, что он использовал яд, когда нападал на ту крепость. Может быть, и сейчас, всё. Типа. Надеюсь, дядя прочитает. Без коня я тебя не отпущу. Так у меня есть конь. Ты мне новый... Я не восполню твою утрату, но все же выбери одного из этих. Возьму белого. Если можно. Доступен конь из Digital Deluxe. Это который? Они все одинаковые, это просто внешний вид. Я белого забираю. Вам доступен конь из издания, но вы выбрали белого, если вы подтвердите выбор. Так, не сейчас. А какой? Вот это Digital? А, да. И чё в нем такого? Да, ах, белого хочу. Да, белого. Да. Кстати, мне нравится, будет сопровождать вас до конца тихо, пути. Тихо. То есть, вот так. Второй раз я не мы потеряю коня. Друзья. Имя. Как ты его назовешь? Имя. Доверие, небо, ветер. Будет ветер. Кадзе. Кадзе. Быстрый, как ветер. Да. Да. Хорошо, Кадзе мне нравится. Как ты попадешь в замок своего дяди? Я там вырос. И до сих пор помню все тайные ходы в этих старых стенах. В детстве я знал их даже лучше господина Симура. Солидно. Все? 2,8 километра? Может, что поближе есть? Может, поближе есть какое-нибудь местечко? Ой, подожди, так мы же сейчас еще вне закона и для Сим... ну, и для Симуры получается. Я могу поближе куда-нибудь топор... замок Симура. Прям замок? Ну, наверное, опасно будет. Может, сюда? Во, переправа Кубар. Ну, 2,8 километра — это очень много для этой игры. Ну, типа, это прям долго надо бежать. Какой смысл, если у меня есть рядышком место? Быстрый как ветер. Жалко тень. Блин, до сих пор вспоминаю, мне прям грустно от этого, что тень погиб. Ну тут написано до конца пути, так что все. Еще раз переживать это не придется. Сейчас опять стелс будет. Дядя. Чего? Меня никто не спалил. Все нормально. Под водопад пойдем. 100%. То есть очень. А, это воспоминания пошли. Дзин, почему ты убежал? Я хотел поймать угря вам на обед. И ловить его думал голыми руками? Рюдзо сказал, вы меня прогоните, когда у вас будет свой сын. Дзин, подойди. Твой друг не прав. Перед нами лежит путь длиной в жизнь. И я пройду его с тобой. Да, ты его в тюрьму кинул. Вместе. Из-за убеждений, понимаешь? Это же... Ну...
из-за того, что он не так победил врагов. Не из-за того, что предал, или не из-за того, что проиграл, из-за того, что не так победил, как надо. Это очень странно. Этого мне не понять. Ну, культура такая, да, у них другой менталитет, другой склад ума и прочее. Все это понимаю прекрасно. Но... Не поддерживаю. Ладно. Я и говорил, сейчас пойдем под водопад. Там еще факел, он говорит, скорее всего, туда мы и пойдем. Там человек еще есть. За обрывом следить не будут. А вон чувак сидит, рыбачит. В прошлый раз было теплее. Ничего даже не скажет? Просто кто-то... Осторожно, призрак. Самураи вас разыскивают. Он знает, кто я. Ну все, норм. Ну это тоже странно. Типа сидит чувак, рыбачит, мимо него решил. Типа, ну пролезу я тихо в замок. Не помню, как такие места преодолевать. Просто прыжок? Нет, это была ошибка. А не, нормально. Ну, как будто бы там можно было зацепиться, нет? Так, вот. Сейчас будет, наверное... Ага. Я, знаешь, смотрел и думал, за какую же кнопку там цепляться? Пытался вспомнить. Думал, ну, скорее всего, на курок. Угадал. Я посмотрел, конечно, перед тем, как нажать. Потому что можно было если фатально ошибиться. На стражу, все лишь уверятся, что я чудовище. Я не собираюсь. Нет, это же свой замок. Это же не монголы. Просто мимо пройду и все. А чё ты меня сбинул туда? Вот здесь вообще полнейший стелс должен быть. Можно нырнуть? Не помню. А, да, можно. Все, окей. Так, меня тут течение немножко сносит. Здесь как будто бы выйти негде. Я как будто бы не туда пришел. Можно пройти под мостом с помощью крюка. Или найти другой способ пройти незаметно. Давай под мостом с помощью крюка, меня устраивай. Спасибо, что подсказал, кстати, Дина. То я думал уже вообще в другое место двигать. А тут реально вон есть веревочки. И куда мне прыгать? Я до того, до туда, до... А, до туда все. Окей. И сюда. Опасно, конечно. Вот сейчас было вообще на шару. Я тыкал, если честно, на крюк. Но я немножко оказался неправ. Есть. Господин Сигмур всегда на чеку. Соломенные шляпы теперь переметнулись к монголам. Он не знает, кому можно доверять. Мы ведь не воины, мы торговцы. Помнишь старика Аратара? Торговцы. Говорят, он раздобыл яд призрака и отравил госпожу Ким. Чтобы одному торговать шелком? Теперь она лишь раздувшаяся тень. От яда у нее кровь шла изо рта. Вот почему они обыскивали нашу деревню. Кто знает, что мы везем? Я бы никогда не навредил господину. Я тоже. Дай-ка я кое-что вспомню. Управление. Как жесты, присесть, тихое прыжок. Вот, прислушивание, все. Я помню, что здесь была такая штука. О. Не, мне, видимо, не сюда уже. Стал прямо на вход и смотрит. А, здесь шети, колья. А там? Блин, мне как будто бы в окно, ну там чувак прям палит.
ладно, окей. Это сюда? Явно было задумано не так. Я почему-то думаю, что было задумано вообще не так, как я сделал. Но я здесь. О, куда мне нужно вообще? Ага, все. Направление мне стало ясно. Так, а я здесь уже пробирался как-то скрытно, тут веревки еще были. Чего ты обратно к костру подошел? Ты ж уходил от него. Как от него защититься? Следите за едой и питьем и не подставляйтесь под их стрелы. Да про яд-то не общались, типа, как защититься от яда. О. Дядя, он не знает, что я здесь. А, это дядя. Надо было обратиться к воинам вместе. Вот он, вот он. Проклятие, Тим. Ёпта, здесь охранников. Монголам придется за многое ответить. Наш долг не допустить, чтобы они достигли владений Сёгуна. Что ты слышал? Посмотрим. Я знаю, ты здесь! Ч-ч-ч-ч. Не шуми, меня здесь нет. Тебе показалось. Хватит терять время. Просто в неудачное время выскочил. Он стоял прямо возле окна. Ага, и возле окна прямо в лестнице наверх, я понял. Другого здесь входа, скорее всего, не будет. Надо сейчас аккуратненько сюда. Так, отвернут, отвернут. Сюда. Его комната наверху. Сейчас можно подняться. Давай. И припасы стернул. Серьезно, заходить в комнату? Монголов разбили на гранитном перевале и в храме Дзюгаку. Думаем, это дело рук господина, то есть призрака. Как поступите? Мы разберемся с призраком, когда победим монголов. Но ведь Сёгун ясно велел... Мне известны его приказы. Наша главная цель — монголы и их предводитель. Да, господин Симура. Вы узнали, где сейчас хан? Разведчики не вернулись с севера. Боюсь, их схватили. Покажи мне, куда они ушли. Мы пройдем по следам и посмотрим, куда они идут. Моя комната. Примут ли меня когда-нибудь назад? Да, вряд ли. Его даже господином Симура не называют, его называют призраком. Ну, типа все, он как бы своего добился. Своего добился. Он хотел людей спасти, конечно. Ну ладно, не будем мы про это. Я вообще на стороне, если честно, Дина. И где эти секретные лазы в стене?
Не, туда может наверх залезть. И здесь вниз. Чик. Даже ладно, никого нет. Оставлю записку на виду. Мне кажется, он сейчас предзайдет, когда думаете, эту записку оставлять нет? А, нет. Он здесь! Стража! Дядя, простите, что не говорю это лично. Хан собрал свой флот в порту Идзуми. Интересно, поможет или нет? У него столько яда, что хватит на все войско Сёгуна. Но когда придет шторм, я намерен убить хана и потопить его корабли. Я прошу вашей помощи. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Пусть не как отец и сын, но как воины, что выбрали разные пути. Кем бы вы меня ни считали, вы всегда будете мне родным. Я не знаю вообще, типа, как у них эти взаимоотношения закончатся. Что Симура старше, очень упертый чувак. Сердце Дзито. Он очень уперт, он вряд ли поменяет свои убеждения. Даже ради Сакая. Ваша легенда крепнет. Клинок демона. Максимальный запас здоровья увеличен. А, все, максималка? Больше не будет? Это был максимальный уровень легенды. Оберег сокрытых клинков позволяет метнуть 2 дополнительных куная. Прикольно. Спасибо. Так, где я вообще? А, нет, не до ту кнопку. Теперь не до ту. Так. Что у меня здесь вообще? Зверолов. А, это обновление доступно, это не миссия. Бронник. В лагере у Зверолова, скорее всего. А тут есть... А, дорога в прошлое, это DLC, скорее всего, какое-нибудь. Здесь все золотом подсвечено, потому что у меня есть улучшение у Бронника. А квест у меня где? Здесь, скорее всего, обратно в этом месте. Вечное голубое небо. Так, давай телепортируемся в этот. Ну, мы сейчас... Я буду делать упор на сюжет сейчас, на самом деле. Уже вряд ли я буду прям дополнения какие-то Сакай. Здесь проходить и прочее. Здорово! Каждый раз будешь это говорить? То есть я буду сейчас делать упор на основной сюжет, потому что, ну, интересно, чем закончится эта история. Типа, пора уже с монголами как бы разобраться. А, знаешь что, и мы это делать будем уже в следующей серии, потому что эта серия подошла к концу. Я думаю, как раз в тот момент, в следующей серии уже следующий квест будем запускать. Спасибо, что досмотрел. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, подписывайся, следи за моим каналом. В общем, много чего интересного. Счастливо, пока. До свидания.